А вы пробовали готовить рыбу в фольге в мультиварке? Рекомендую приготовить таким образом горбушу. Рыба готовится на пару вместе с помидорами и сыром. Получается вкусное и сытное блюдо. Перед вами простой рецепт приготовления горбуши в фольге в мультиварке. Блюдо готовится очень быстро и просто. Горбуша нарезается порционными кусочками. Каждый из них помещается в фольгу кусочки сыра и помидора. Затем все готовится на пару в мультиварке. Хорошего вам дня! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Нарежьте горбушу кусочками среднего размера, посолите и оставьте на полчаса. Тонкими ломтиками режем сыр. Помидор режем кружочками. Кладем кусочек рыбы на фольгу, сверху размещаем кусочек сыра и помидорки. Вкусняшки, подписавшимся. Плотно заворачиваем в фольгу. Вливаем в чашу мультиварки литр воды. Рыбу кладем в емкость для варки на пару. Готовим в режиме пароварка 30 минут. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Горбуша 1 штука, помидор 1 штука, сыр твердый 100 грамм, соль по вкусу, количество порций 6-7. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем Марии удачи и дачи у Марии, увидимся!